Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Мой никнейм на YouTube Ванила Мария, пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня я хотела бы с вами поделиться немного проблемной темой. Это выпадение волос, и я, к сожалению, столкнулась с этой проблемой именно этим летом. И хотелось бы рассказать о том, как я с ней справилась, ввиду того, что именно этим летом мне посчастливилось познакомиться с маркой Селенцин. Я решила ее попробовать. Я видела у нескольких блогеров своих знакомых эту марку. И мне предоставили ее тоже на обзор. Я сначала отнеслась достаточно скептически, но потом я поняла, что я не права в своем отношении. И сейчас я вам в своем обзоре расскажу почему. Если вам интересно, если вы когда-либо, не дай бог, сталкивались с проблемой выпадения волос или у вас сейчас такая проблема, надеюсь, это видео для вас будет полезно и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, немного о марке Селенцин. Я думаю, что не все знакомы с ней. Это аптечная марка косметики, которая именно специализируется на проблеме выпадения волос. Продается она исключительно в аптеках. Я ее видела в нескольких сетях в Санкт-Петербурге, поэтому я не думаю, что это проблема найти ее. Проблема достать именно марку эту косметику. Она не актуальна, и сейчас нет смысла на этом останавливаться. Самое главное, что мне понравилось именно в концепте марки, что это именно узкоспециализированная, конкретно направленная, решающая определенную проблему марка. То есть и у них комплексный подход, они предлагают разные продукты, по-разному работающие, но решающие одну и ту же задачу, проблему выпадения волос. И у меня, например, каждый раз мои проблемы с волосами, они связаны исключительно с моими какими-то жизненными обстоятельствами. Я очень близко к сердцу люблю все принимать. У меня несколько раз уже случалась такая ситуация, что у меня на нервной почве, видимо, начинается эта проблема. Помимо этого, всегда это все происходит у меня после весны, когда происходил авитаминоз. И мне приходится, конечно, бороться с этой проблемой, потому что меня не устраивают пачки волос, лежащие по всей квартире. Как бы это сейчас не отвратительно звучало, но все же. Марка именно сконцентрирована на решении одной конкретной задачи, они специализируются именно на выпадении волос, и они крайне научно подходят к своим составам. Основаны они на достаточно натуральных природных ингредиентах. Прежде всего, это экстракты крапивы и репейника, которые издавна используются в нашей стране, по крайней мере. Также это биотин, кератин, коллаген и стимулирующие кровоток, ментол и кофеин. И также хотелось бы отметить именно их разработки. Это два комплекса. Первый – это анагелин, это вещество, которое производится из белого люпина. Это эксклюзивный действующий компонент в линейках Селенцин. И помимо этого СВОВ. Это эксклюзивно действующее вещество, которое содержится в стимулирующем лосьоне линейки, о котором я вам дальше расскажу. Также мне хочется немного остановиться на том, что непосредственно производитель заявляет о своей продукции. Они говорят об эффективности не только при диффузной, но даже при андрогенной аллопеции. То есть даже если волосы у вас уже выпадают в связи с какими-то возрастными изменениями, они говорят об эффективности своей продукции. К сожалению, этот пункт я не знаю, как проверять, по крайней мере, на моих волосах и в моем возрасте. Напоминаю вам, мне всего лишь 23 пока что. Так вот, также они говорят об отсутствии эффекта отмены, то есть не будет резкого активного листопада на вашей голове, если вы вдруг перестанете пользоваться продуктами этой марки. Комплекс косметики Селенцин – это комплексы синергетическое действие. Они оказывают все эти продукты вместе. Кстати говоря, я как раз могу сказать, что да, при использовании всех продуктов вместе, мне, конечно,
как сказать, более наглядно стало видно все. А помимо этого, косметика Силенцин заявляется как не имеющая побочных эффектов в виде сухости, зуда кожи головы. Здесь я соглашусь, действительно, у меня не было никаких побочных эффектов, у меня не было никакой аллергии на эту косметику, не было сухости головы, все было классно. А также марка заявляет, что продукты натуральные, мягкие по действию и все клинически протестировано. Я могу сказать, что действительно у меня опыт общения с этой продукцией достаточно положительный, и любая продукция, которая попадает в наши аптеки, она имеет необходимые сертификаты, эта продукция не исключение. Соответственно, теперь я вам более подробно расскажу уже о продуктах, которые я протестировала, и об их действии. Мой ежедневный уход составляли два продукта. Это шампунь от выпадения волос с кофеином, коллагеном и ментолом. Он с кофейным ароматом, и к нему прилагался бальзам-ополаскиватель от выпадения волос. Оба продукта достаточно густые, экономичные. Здесь удобные бутылочки по 200 мл, то есть они достаточно компактные, но при этом все-таки вместительные. Также мне понравился, в принципе, дизайн линейки, он такой достаточно симпатичный, визуально глазу ненавязчивый. Запахи кофейные, поэтому мне нравилось, конечно, использовать все это утром, и у всей линейки кофейный запах. Мне нравилось все это использовать утром, потому что действительно запах приятный, бодрит, не приедается, потому что он не ядерный. То есть он такой кофе с мятой, то есть слегка свежий, но вот все-таки кофейный, бодрящий, классный. Что касается шампуня, он хорошо промывает волосы. Я всегда промываю волосы два раза. За два раза прекрасно промыты корни волос, все смывает прекрасно, все укладочные средства. Кожа головы свежая, очень долго остается. Шампунь и кондиционер вместе при ежедневном уходе давали мне 2 дня свежести головы. Это хороший результат для моих волос, мне это нравилось. Помимо этого, кондиционер, он хорошо распутывал волосы, он давал такой эффект приглаженности волос. То есть волосы с этим уходом были такие очень плотные, напитанные, увлажненные кончики. У меня, то есть, проблема основная, что у меня достаточно жирные корни, и у меня сухие еще окрашенные кончики. И волосы сейчас уже достаточно длинные, и они как-то и данные продукты балансировали как раз вот кожу головы мою и мои кончики. То есть кончики были ухоженные, всегда все лежали одной такой массой, не было каких-то там топорщихся кончиков, сухих, неухоженных. То есть они как раз-таки дают такой эффект ухоженных, гладких волос, которые лежат вот одной шторкой. Это очень круто смотрится. Следующий продукт, я влюбилась в него, это действительно мой must-have из всей линейки. Я думаю, что я его возьму, если... Всю линейку я в ближайшее время не думаю, что буду повторять, но вот как раз этот продукт, наверное, я возьму, потому что мне он безумно понравился. Это маска из этой линейки. Маска также с кофеином, коллагеном, кератином, пантенолом и перцем. Она также обладает кофейным ароматом. Я эту маску использовала в бане. Это бомба, потому что... Во-первых, мне понравился разогревающий эффект, здесь он реально ярко выраженный за счет перца, разогревающий эффект, но он такой как слегка пощипывающий, но очень-очень приятный, то есть мне понравился этот момент, и помимо этого волосы он делает просто по всей длине, во-первых, вы наносите, и, кстати говоря, и... Бальзам я также наносила и на корни, в том числе никакого эффекта утяжеления, никакого быстрого загрязнения волос у меня это не вызывало. Что касается маски, здесь по именно вот утяжелению волос примерно как же и у бальзама, то есть нет такого как момента, как будто волосы быстро пачкаются, но при этом они очень гладкие, очень такие напитанные, просто очень-очень крутой эффект дает, во-первых, потому что он так разогревает очень классно кожу головы, во-вторых, очень классный эффект на длине дает, она действительно волосы делает очень ухоженными, плотными,
шикарный эффект. Мне эта маска очень понравилась, и я вот прям маску советую вам обязательно попробовать, потому что вот прям от маски я чувствовала эффект, что у меня кожа головы после того, как я смываю эту маску, она как бы как разогретая такая, как будто там что-то вот так вот, вот потихонечку происходит. Очень классный эффект, и, конечно, вот волосы сами шикарно выглядят после использования маски. И последнее, о чем я вам расскажу, это два спрея. К спреям я отнеслась, наверное, достаточно как сначала скептически, потому что я почитала то, что написано на них, что один можно использовать утром, другой вечером. И я поняла, что это не вариант, потому что они оба с кофейным ароматом. Потом я проконсультировалась с представителями марки, они сказали, что сначала вы в течение первых 2 месяцев используете укрепляющий спрей, и потом по истечении 2 месяцев используете уже стимулирующий спрей, то есть вы сначала укрепляете те волосы, которые у вас есть уже на голове, чтобы они не выпадали, и после этого вы стимулируете рост новых. То есть со спреями у меня, конечно, такой любви, как со всеми остальными продуктами, не случилось. Но стоит отметить, что как раз-таки мне понравился стимулирующий лосьон, потому что после, то есть после использования укрепляющего я вообще не чувствовала ничего. То есть нанесла и нанесла, в принципе, приятно, пахнет кофе, бодрит, все хорошо. Но после стимулирующего я прям чувствовала, что как будто по моей голове бегут мурашки. Такое вот, как ощущение какого-то такого движение, оно меня очень долго не покидало. То есть это такое необычное чувство, как будто вот что-то происходит у тебя на голове. Я так понимаю, он улучшает действительно кровоток, и вы чувствуете. То есть вот такое ощущение, как вот этот массажер для головы. Все знают вот эту вот шумовку или что это такое, которую вот так вот возят по голове. И здесь то же самое. Реально очень прикольный, классный эффект, необычный. А волосы немного пачкаются от использования вот этих 2 продуктов. То есть от стимулирующего не очень, вот от укрепляющего я почувствовала, что у меня волосы, конечно, быстрее пачкаются. Но я думаю, что когда сталкиваешься с проблемой выпадения волос, уже проблема частого мытья волос, она уходит немного на второй план. Общее мое впечатление, мои результаты, которых я достигла. У меня медленно, но верно за первый месяц у меня сократилось выпадение волос. Не скажу, что ушло полностью. И сейчас уже, то есть проблема была в июне, сейчас вот в сентябре у меня эта проблема, в принципе, выходит такой в нормальное состояние. Я потихонечку вхожу, продолжая использовать спрей периодически. Я потихонечку вхожу в нормальное состояние, меня это радует. Что хочется отметить, у меня вот здесь вот, я сначала как бы достаточно спокойно отнеслась к использованию, думаю, ну ладно, у меня так более-менее потихонечку сокращается выпадение волос, слава тебе, Господи, помогло. Но когда я спустя, то есть вот сейчас вот уже к осени, я начала замечать, какое большое количество у меня вот этого вот пушка baby hair, я была в шоке. То есть у меня появилось очень много пушка на голове, это не может не радовать. То есть волосы действительно обновились, прекратилось вот такое вот выпадение активно, и при этом появился как раз вот тот пушок, новые волосы на голове. То есть волосы пришли в нормальное состояние, и у них сейчас такая активная фаза роста. Поэтому Селенсиан косметика проверена на мне, на моей проблеме. Я ее могу вам советовать, потому что действительно в моем случае ситуация, не скажу, что решилась полностью, но она очень сильно улучшилась. У меня появились новые волосы на голове, маленькие, которые будут теперь расти. И это очень круто, это хороший результат, он меня очень сильно радует, поэтому марку я вам советую. И также я надеюсь, что это видео вам было полезно, что кто-то, кто сейчас имеет такую проблему, он посмотрит. Также я думаю, что, в принципе, маску, допустим, я буду брать и именно курсами вот так вот проходить, потому что маска мне безумно понравилась, и мне очень понравился эффект
скажем так, от использования именно те эмоции, которые получаю. То есть она необычная, классная, так греет. И тот эффект, который я в конце получаю, то, что у меня волосы очень круто смотрятся. И, конечно, от использования всей этой линейки у меня волосы улучшились. Поэтому надеюсь, что я вам помогла. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм, очень вас жду там в гости. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы марку Селенцин, видели ли вы ее в аптеках, как, в принципе, относитесь к такого рода косметике. И все, всех вас люблю, целую, от всей души вам советую быть в хорошем расположении духа, радоваться осени. И всех вас люблю, целую. До скорой встречи на моем канале. Пока-пока!